Для курса, который имеет видеофайлы, для видеокурса было решено каждому фрагменту видео добавлять интро и аутро. Идея очень простая. Мы добавляем название курса, логотип университета, и название как бы проявляется проявляется, да. И точно так же аутро. У нас, значит, есть два вида обложки. Это одна и та же, просто с разным соотношением сторон отрезано. Наше лого, ну вот оно вот такое белое и колоризированное. И музыка на интро. Мы ее с помощью Audacity вырезали. Ну, и точно так же вот мы подбор сделали под аутро. Давайте с помощью KDN Live создадим интро и аутро. Давайте добавим сюда нашу информацию. Так, это у нас Work. Значит, курс по безопасности у нас, видео, и добавим, будем 1200 делать, вот, и музыку добавим. Значит, вот профиль кадрового нет, нам, наверное, нужно сделать... Вот пользовательский мы сделали вот такой на 60 кадров. Вот создали с нуля. Опять добавляем. Да, вот переключить на этот профиль. И добавляем музыку. Итак, у нас профиль будет 1920 на 1260 кадров в секунду. Видео поместим сюда. Это наша заставочка, это наша музыка. Ну и все будем под музыку, естественно, делать, чтобы просматривать. Значит, добавим к этому теперь проект «Добавить клип титров». Вот это такой клип титров будет. Мы можем посмотреть, как на фоне все это выглядит. Вот тут направляющие. Значит, один клип титров мы будем делать логотипом, а другой с надписью. Ну, с логотипом, чтобы они появлялись по-разному. В принципе, можно все сделать в одном и том же месте. Итак, у нас ставим картинку. Давайте пока сохраним вначале. Он все пляшет от сохраненного.
Так. Ну и назовем Масек Интро 1920 на 1200. Сохранили. Давайте проект клип добавить. Для клипа давайте картинку. Бук. Так, не туда попал. Вот цветной логотип университета. Давайте мы его 5% сделаем. Вот тут вот в направляющие вставим. Вот так вот примерно. Создать. А значит, давайте еще одну дорожку сделаем. Видеодорожку. И вот этот клип вверху этой дорожки опять же растянем до максимума. А здесь сделаем клип у нас. Здесь делаем клип текстом. Добавить клип титров. И вставим текст. Так. У нас добавить, да, мы добавим. Да, текст вставить. Текст. Давайте мы тут я название копирую. Название. Название ставим. Теоретические основы защиты информации и информационной безопасности. Ну, давайте мы шрифт поставим какой-нибудь. Академическая академия, да? Наверное, болт делаем. Получивает.
Значит, тень, чтобы лучше смотрелось. И двинем вот на высоту. Ну, вот, как вы знаете, на 8 разбили. И середина находится 3 сверху, 5 внизу. Ну, вот примерно вот так вот. И вот теперь вот этот титр. И вот они. Сохраним. Теперь давайте послушаем, как это у нас выглядит. Итак, давайте мы ставим затемнение. Вот мы можем затемнение добавлять в виде эффектов. А вот нарастание и затемнение. А можно вот тут вот по умолчанию он добавляется. Его вначале должны добавить. Ну вот этот клип на середине. Так вот, а этот толкнули и перетащим ближе к концу. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну вот так вот. Сохраним. И теперь сгенерим клип. Сборку сделаем. Тут мы можем с помощью разных кодеков делать. Наверное, вот у меня Intel. Мне проще всего гнать через запись, через ускоритель процесса. Это NVIDIA, это AMD карта ускоритель. У них разные интерфейсы ускорения. А, значит, будет собираться файл. Ну, давайте мы его все-таки поместим в наш каталог. Пусть там собираются. Да. Значит, сборка. Желательно, чтобы в пути не было дырок, то есть пробелов, и не аски букв русских или каких-нибудь европейских. Это могут быть проблемы, а могут и не быть. Ну, из-за чего там проблемы? Он же использует разные. Вот, посмотрите, у нас тут все прописано в виде XML, и вот эти вот XML-ские библиотеки могут как-то засбоить. Вот у нас наше видео получилось. Посмотрим его. Ну, вот и все. Outro точно так же делается. Там мы поместим просто наш логотип. Создать проект 5. Вот наш проект. Добавим. Сохранить. Давайте. Так. Security. Outro. Назовем его. Тысяча 920 на 1200.
сохранили, добавили. Переключить. Значит, и добавили музыку. Положили сюда музыку. Так вот. И сюда мы клип сделаем. Добавить клип титров. Значит, рисунок наш. Меньше. Ну вот так вот разместим. Опять же, примерно 3 сверху, 5 снизу. Так вот. Вот слева, да. Создать. Положили его. Сначала поставим. Ну и тут. Тут нам появляться и исчезать смысла нету. Пусть будет так, как есть. Сохранили. Давайте мы его проект. Вот. Outro. Вот. Да. Сборка файл. Собрали. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Ну вот и все. Мы сделали наше интро и аутро. И теперь мы можем подсоединить его к файлу. Для того, чтобы соединить все это вместе, можно использовать, ну скажем, программу какую-то. Проще, конечно, сделать это в командной строке. Ее можно расписать потом как скрипт. Не очень удобно для этого FFmpeg применять, потому что параметры вот нашего нашей записи, нашей introduction и основного файла отличаются. Ну, в принципе, у нас главное сделано разрешение одинаково. Как видите, вот разрешение одинаково у нас сделано, кодек одинаковый и частота кадров одинаковая. Ну, тут звук одноканальный, тут двухканальный получился, стерео. А в чем разница? У нас тут поток видео разный и так далее. Поэтому, когда мы будем делать FFmpeg, у нас ерунда получится, честно сказать. То есть он попытается подогнать видеопоток одинаковый везде, и в результате получится сбой. Поэтому мы будем делать следующим образом. Я добавил вот такую команду. Это Avidemux. Ну вот, его вы знаете. Это такой
простейший редактор, который позволяет добавить, перекодировать видео, добавлять сзади новые и так далее. Вот мы загружаем первый файл интро, добавляем к нему основную лекцию и в конце добавляем аутро. В результат выдаем в виде МКВ файла. МКВ. И значит, сохраняем вот этот файл МКВ. Вот он начинает обрабатывать. И в конце спрашивает, согласны ли мы обработать, поскольку разные параметры кодека на разных частях. Мы yes нажимаем. Ну, мы могли вот сделать, а сзади прицепить yes утилиту, которая сама это все сделает. И вот мы получили вот этот файл. Давайте мы его просмотрим. Вот появляется вот такой интро. Дальше лекция. Сейчас проедем лекцию. Это нам не так интересно. Два эрента. Еще доказательства Евклида. Будет аутро. Все. Таким образом мы добавили к нашему видео, интро и аутро. Таким образом, это видео можно загружать на YouTube и дальше подключать